что такое творчество. Это когда творишь, делаешь поделки, рисуешь, поешь, танцуешь. Человек занимается каким-то делом. Творчество – это что-то красивое делаешь. Творчество – это когда творят и когда рисуют красками, красят. Творчество – это когда заебаешься, может порисовать, делать поделки, попеть. Ну, это когда красиво рисуешь и вот красиво вот танцуешь и вот еще красиво, ну, делаешь поделки. Там которые творят. Творчество – это когда поешь, рисуешь, клеишь, делаешь. Почему важно заниматься творчеством? Потому что, чтобы тебя больше хвалили. Чтобы больше тебе дарили грамот. Это развлекает талант. Развлекает детей этот талант. Им художником стать, например. Ну, важно стать. Кем-то стать. Чтобы разбивать челюсть и руки. Ну, чтобы не было скучно. Чтобы было весело. Чтобы много знать. Исполни или расскажи, каким творчеством тебе нравится больше заниматься. Мне нравится рисовать и гимнастика. Что рисуешь? Я рисую котиков и собачек. И даже дерево, где сидит кошечка маленькая. Котенок. Я люблю рисовать, у меня даже дома есть краски. А что ты любишь рисовать? Расскажи. Я люблю своего песика Арчи. Единорожек я люблю. И лошадок. И фей. Рисовать. А что ты рисуешь? Что ты рисуешь? Блюдо. И... ну что-то рисую. Только папа мне не разрешает. Я очень люблю делать книжки из бумаги. Расскажи, что это? Ну, я вот здесь делаю дома одну книжку, очень много страниц. И потом все-таки сделала очень мало страниц в книжке. Мне нравится, ну, лепить. А что ты лепишь? Ну, я сегодня пойду на лепку. Что будешь лепить? Что-то скажут. Мне нравится клеить и петь. А ты нам споешь? В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огулечик, зелененький он был. Представьте себе, зелененький он был. Соседи не спят, кто под нами внизу, выпустите меня. Вот так, вот так.